Задавил корову и погиб сам. 16-летний подросток устроил ДТП недалеко от Каменска-Уральского. Без спроса, взяв Тойоту отца, молодой человек отправился отвезти друга до дома. На обратном пути встретил, как оказалось, непреодолимое препятствие. На полном ходу иномарка врезалась в животное, которое, видимо, заблудилось в темноте. После столкновения автомобиль съехал на обочину, но по инерции проехал еще 100 метров. Водитель в это время был уже мертв. Проводится проверка.